Вот Инара вообще нормальная. Инара вообще нормальная. Я когда-то, когда на ней играл, она мне очень сильно заходила. Поэтому сейчас, по идее, буду тащить. По идее, но это не точно. Чат все слышит? Да я не бил котика, я пошутил. Котик, иди скажи. Что он? Не плакать. Так, 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 так. Давайте, где мой Хронос? Я за Равма раскатывал команду. Ну, типа, это ж не показатель. Это значит, что ты ей нормально сыграл. Если бы не тупая школа, я бы с тобой поиграл. Ладно, ребят, школа нужна. С вами Киана, ваши враги без пиара. Мне нужен пиар, мне не нужен врагам Киана. Мне нужно запиарить как-нибудь. А то я в основном в Смайт стримлю и хочу разделить стримы и видосы 50 на 50 с паладинами. Хочу в паладинов, короче, прям позадроть. Конечно, это чувство только сейчас есть. Я не знаю, как-то я загорел так, что вообще жестко. Protect me. Хорошо. Ты шо? Хильте меня! Кто меня выхилит, тот не получит дюлей. Давай, друга, сработай. Вот Джастис, если я тогда сгорел, это так. Можно помощь по хилу, пожалуйста. Ты его удалил? Нет, конечно. Я тогда просто сгорел, чё. У нас один гровер, да, хил? Понимаю. Понимаю. Нужно будет... кстати, омоложение, да. Эй, закупай быстро. Лагает игра. Лагает игра, чё, всё нормально. Как я мат на прямой трансляции? Но это высокие технологии. Стрим с высокими технологиями. Это запись просто. Ты не стрим смотришь, это запись. Как мы точку проиграли? Можно мне как-то сказать? Все, пока не едем, пока стоим здесь. Ай, как мне больно. Ну, типа, нет поддержки, нет хила, и я ничего не могу сделать. Мы ничего не можем сделать. Нормально, все нормально. Я отработаю за вас дамаг. Дабл килл. Все хорошо. Убейте мейв, пожалуйста. Лол, она меня хотела приговорить. Понимаю. Хорошо, хорошо, отдефали. Отдефали, все, терпим. Стой со мной, Гровер, просто стой со мной, пожалуйста. Неплохой прыжок был. Встал перед ребятами, вообще жестко. Что я ульта делать? Стан массовый.
Урон из там массы. Сейчас покажу. Господи, пожалуйста, я сделал все. Я сделал все для команды. Убейте просто всех остальных. Я вообще не... Защита не удалась, они довезли. Понимаю. Понимаю. Ульт. Да не, не надо было ульт. Это был бы странный ульт, шпунтик. Давай, давай, спасибо, что пришел. Пока, пока, пока. Ладно, 0-2 это не поражение, вы же понимаете. Как бы есть ульт, есть все. Есть все, чтобы побеждать. Главное захватить плент и донести его. То есть дотолкать пейлот. Если дотолкаем, то все хорошо будет. Просто если нет, тогда будет 3-1. И ну это совсем не очень, конечно. Я пошел на Paint Plant и буду его захватывать. Как я не попал, господи. Не пофиг, я стою и захватываю. Ну блин. Блин. Камон, ну 99%. Алло, это только я захватил. Я прям чувствую, что это прям я захватил. Ну ты один там. Вот почему они такие странные? Почему люди в паладинах не понимают, что нужно группироваться? Вот в чем их проблема, чат? Вот что она делает? Я не знаю, как здесь ГГ сказать. Не этот... Не работает здесь ВГГ. Кто мне сказал, что команды такие же, если они не такие же? Почему я должен ему в голову прям стрелять, чтобы убить его? Наконец-то. Разультились, все потратили, чтобы захватить спейлорд. Потому что объектив вне их понимания, но тут согласен, да. Он справа, если что. Господи, хила просто ноль. Ноль, просто ноль хила. Вот серьезно, без шуток. Я уже не знаю, что собирать так, чтобы выжить. Не знаю. Никто не смотрит по сторонам. Ну это же, блин, это же так банально и логично на самом деле. Берите от меня кошку, блин. У нас нет хила. У нас просто нет хила, реально. Мы проигрываем только из-за того, что нет хила. Блин, танки убиваю. Почему? Я не знаю. Я не знаю, что они делают. Я написал то, что хила нету. Но хила это не сильно интересует, понимаешь? Даже с учетом того, что у нас гровер, я омоложение как бы закупаю по кулдауну. Enemy double kill.
seven, six, five, four, three, two, one. Но я ультить нет смысла. Я ультить сейчас не буду. Блин, не успел. Почему это я делаю? Да просто... Я просто, если они сейчас не дотолкают, я буду в шоке просто. Но они не дотолкают. Да я понимаю, что не париться нужно, но я... Ну согласитесь, что я здесь максимально много всего сделал. Ну максимально. Прям, блин, ну надо побеждать, все равно надо побеждать. Хан говорит то, что я, говорит, думаю, то, что я больше, чем дерево нахилил. С кем из стримеров хотел бы поиграть? Ну, не знаю. Не знаю. Ну, логично предположить, что мне нужно поиграть с кем-нибудь популярным. По паладинам. Какую-то коллабу замутить, типа, и все такое. Таб открой, открыл. Со всех сторон полезут, блин. Хила нету. Опять хила нету. Где наш хил? Как же удобно с ханом стоять, господи. Прям на плен поставил. Овертайм? А кто здесь? Хорошо. 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 Фу, опять стараемся победить чат. Куда же вы его толкаете? Так, тихо. Жесть просто, какая-то жесть. Прикольно играешь, спасибо. Но я типа, я стараюсь типа, но как видишь, очень туго идет. Очень туго идет. Ульт, сейчас будет ульт. Там, ну, негде было его кидать. Как там, ВФ? Вот. Наверное. Нет. Хорошо. Ультит, отходи. Да господи, где моя вся команда? Ну пожалуйста. Дробил. Я просто новичок в этой игре, как-то давно заходил, потом что-то удалил, сейчас зашел, и у меня флешбеки. А, не, я играю очень давно, но крайне мало сейчас играю. Хочу побольше.
А мисков на факе. К сожалению, нет. Блин, он меня, считай, забайтил, зря слез. Тремор с тебя, понял? Не, нет смысла улететь, нужно на захват оставить. Я убиваю больше, чем наши типы. Это просто жесть. Не, ну мне, может быть, кажется, я не знаю. В конце раунда мы, естественно, все это увидим, но мне кажется, это жесть какая-то. Ладно, у меня есть ульт. Как сказать, что у меня есть ульт? Общение. Восклицание. Не знаю, как это написать. Пожалуйста, когда сейчас проиграете, открою этап с конфигурациями. Хочу посмотреть, что за какашка на гровере играет. Хорошо. ВВР. Нет, наркоман. Нет. Это в смайте так. ВВВ. Да нет, это в смайте так. Здесь же поменяли ВГС чат. Я ВГС чат говорю, наизусть знаю, а здесь он новый, типа. Все, стоим. Гровер стоит с нами. Это плохо, конечно. А, Иви жива, все, тогда хорошо. Нам не нужен здесь. Ой, да, выкидывают. Хорошо, вот сейчас хорошо. Господи, мы должны эту катку выиграть, чат. Даже с гуднайтом. Где она? Хорошо. Хорошо, хорошо. Просто ВР. Все, понял. Потом в конце еще посмотрим, у кого по урону сколько будет. Привет, Ань, привет. Как же ей прописали больно, а? Иви, пожалуйста, пойди убей их всех. Иви может всех убить, я знаю. Хорошо, хорошо, добей ее. Молодец. У меня есть ульт, У тебя голос, кстати, похож на чувака, который фильм озвучит. Спасибо, блин, большое. Почему он стоит? Он просто стоит. Убейте его. Хорошо. Это наш шанс. Это мой шанс. Ой, не туда. Ой, хорошо, хорошо. Работаем по ним. Инара просто закомбэчила. Дайте мне МВП, пожалуйста. Еще знатно все сделал. Хорош. Да идите в садик. Потная каточка, чат. Потная. Он два человека убил. Какой МВП, алё?